Всем привет, я прилетел в Париж, в аэропорт Шарль-де-Голля. Первый, ветеранское удостоверение, которое мне выдали на Кавказе. Нахуй. Вместе с этой пенсией жалко 3000 рублей, блин. Военный билет, который, блядь, я служил там, ты поймешь зачем, блядь, для кого. Нахуй. Паспорт российский. كانت تلك هي اللحظة التي قطع فيها المظلي بافيل علاقاته بروسيا.